Здравствуйте! В эфире первый выпуск программы «Лига гандбола». Совместный проект телеканала «Беларусь-5» и БГК имени Мешкова расскажет и покажет все самое интересное на гандбольных площадках не только Беларуси, но и за ее пределами. В студии Геннадий Войтович. Мы начинаем! Гранд-прием. Из Бреста убывает на щите очередной победитель Лиги чемпионов. Кто вы, мистер Каденас? Близкое знакомство с рулевым мешковцем. Наше будущее. Стартовал новый сезон турнира «Зубр Кап». Детей еще больше, конкуренция еще выше. Кто к нам с мячом придет? Дальше вы знаете. Мяч хоть и ручной, зато страсти на гандбольной площадке и за ее пределами кипят нешуточные. Старт БГК в гандбольной Лиге чемпионов выдался из разряда «лучше не придумаешь». На выезде без особых хлопот обыгран шведский Кристиан Стад. А затем в стартовом домашнем матче сезона был уготован теплый прием действующему обладателю трофея французскому Монпелье. Матч недели Лиги чемпионов в Бресте. БГК играет против Монпелье. Афиша, которую нельзя пропустить, соперник которого стоит увидеть. В город над Бугом приехала лучшая команда Европы прошлого сезона. Неудивительно, что билеты на матч разлетелись, как осенняя листва. Еще за несколько часов до основного события возле центрального входа в Викторию начался разогрев. Развлекательная предматчевая программа с множеством разнообразных приятных активностей. Клуб приглашал на праздник гандбола. Как всегда, по-европейски. Стильно, оригинально, со вкусом. Нравится отличная организация клуба для мероприятий для болельщиков. Это всегда очень здорово. Всегда о нас заботятся и делают все возможное, чтобы, приходя на матч, чувствовали себя комфортно и запоминалось очень многое. Все радует. Сегодня отличная атмосфера. Устроена шоу-программа для болельщиков, чтобы зарядиться энергией и как следует поддерживать команду во время матча. Конечно, всегда волнительно. Все-таки болеем за команду, надеемся, что она победит. Всеми силами, мыслями в это верим. Только победа, только БГК. Кто лучше всех играет? Петер Жоржич. Почему он? Ну, вот потому что хороший игрок. Крутая команда, атмосфера. Ребята молодцы. Это громкое событие на самом деле. Вот. Поэтому мы здесь. Кто Лёва сегодня выиграет? Я даже волнуюсь, кто выиграет. Он волнуется, кто выиграет. Конечно же, наш гандбольный Брестский клуб. Время творить историю. Болельщики ждали очередных громких свершений от своих любимцев. С первых минут встречи они шикарно поддерживали обновленный состав мешковцев. Те, в свою очередь, радовали своих поклонников красивыми голами и надежной игрой в защите. А Пешич на эмоциях выдавал один сейв за другим. Грозное проверенное оружие работало. Мешковцы создавали историю своими руками. Проиграть в этот вечер брестская команда просто не могла. Все сошлось воедино. Спустя час игрового времени БГК обновил ленту событий новой победой, эмоции которой надолго закрепил в топовых новостях. 26-23. В Бресте повержен очередной титульный грант, действующий владелец главного лигочемпионского трофея. А Иван Пешич – MVP матча недели. Сегодня играли в защите очень хорошо и быстро контратак сделали 4-5 раза. Легкие голы были. На концу, когда было плюс 5, тоже контролировали результат, не бросали, как раньше делали с Кристианштадтом. Я доволен. Можно было еще 3-4 сейва сделать, но я доволен, когда выиграешь.
я доволен. Просто фантастика. По-другому не могу. Выиграли действующих чемпионов. Для нас это большой шаг вперед. И, как сказать, непобедимых нету. Сегодня мы хотели больше выиграть, чем они. Но я скажу, что они красавцы, потому что они сражались до конца. Игроки устали на площадке, мы устали на трибунах. Вы видели сегодня, какая была поддержка зала, как мы болели. Мы заявили о том, что мы находимся в начале пути. Наш путь непрост, но мы идем наверх. Сегодня очередной шаг мы сделали наверх. Таких шагов надо сделать еще несколько. Шикарная поддержка команды в Бресте не осталась незамеченной Европейской федерацией гандбола. Болельщики победили в номинации «Fan of the Week». Начало потрясающее, а продолжение совсем скоро. Впереди новые соперники и новые эмоции. Брест приглашает. К сожалению, белорусскому представителю в главном клубном гандбольном турнире не удалось продолжить победную поступь. В третьем туре вторая команда Германии Райан Левин на своей площадке бросала точнее 33-27. Итоги этого матча в целом и стартового отрезка для БГК в сезоне подойдем в эксклюзивной беседе со спортивным директором мешковцев Павлом Башкиным. Павел, здравствуйте. Здравствуй, Геннадий. Что прежде всего не получилось в матче? Ну, прежде всего, сегодня очень плохо начали матч. В защите недостаточно было подвижности, недостаточно были, играли жестко с игроками задней линии. Выходили высоко и получали мячи на линию. В принципе, после этого стали проигрывать 3-4 мяча. И команда Райан Левин сохранила этот разрыв, в принципе, до конца игры. Две победы на старте. Не вскружили ли голову команде? Не появилась ли излишняя самоуверенность? Нет, нисколько не было самоуверенности. Все знали, как тяжело здесь играть. Здесь две недели назад проиграла Барселона. И подходили к матчу, так скажем так, в полной готовности, хотели победить, пытались сыграть на своем максимуме, но сегодня не получилось. Райан Левин практически не делал ошибок, и все, что у нас не получалось, они возвращали в наши ворота, забивали, в принципе, практически все. В команде много новичков. Как они влились в коллектив и можете ли выделить кого-то особенно? Ну, если говорить о сегодняшнем матче, то неплохо сыграл Ивич, забил 7 мячей и, в принципе, сыграл довольно-таки ровно на протяжении всего матча. Не получилась сегодня игра у Абрамовича. Но, с другой стороны, тот же новичок наш Жукич сегодня играл весь матч без замен. Не хотелось бы сегодня кого-то выделять, потому что не получилась игра именно командная в защите, не помог вратарь. Ну, будем анализировать, готовиться к следующим матчам. У нас уже следующий матч в воскресенье, поэтому времени практически нет. Готовимся, идем дальше. Спасибо, Павел. До свидания. В группе А таблицы Лиги чемпионов явный лидер один – македонский «Вардар». Мешковцы по дополнительным показателям пока пятые, но по набранным баллам идут вровень с легендарной «Барселоной» Виве и Райан Левиным. Самое интересное только начинается. Кстати, вот как резюмировал игру в «Мангейме» главный тренер мешковцев Маноло Каденос. Мы совсем плохо начали матч. У нас были серьезные проблемы в защите. Мы дали слишком много пространства сопернику. Смогли только в конце встречи сократить разрыв в счете, когда соперник начал менять игроков. Хорошо, что мои гандболисты продолжали идти вперед желанием, но этого было мало. После небольшой рекламной паузы поближе познакомимся с персоной главкома «Брещан». Также во второй части программы вы увидите. Легендарное противостояние. СКА принимал БГК в рамках чемпионата Беларуси по гандболу. Топ-уровень. Пятерка лучших голов мешковцев на старте сезона. Наше будущее. Стартовал новый сезон турнира «Зубр Кап». Детей еще больше, конкуренция еще выше.
Возвращаемся в студию проекта «Лига гандбола». Как и обещали в первой части, сходу задаем вопрос. Кто вы, мистер Каденас? С одной стороны, экс-рулевой легендарной Барселоны в дополнительных представлениях не нуждается. Но с другой, чем ярче персона, тем интереснее диалог. Мы в этом убедились. Когда-то это казалось невозможным, а сегодня он здесь. Приехал побеждать вместе с Брестским гандбольным клубом. Известный испанский специалист Маноло Каденас понемногу обживается в городе над Богом, изучает команду, интересуется архитектурой города. Говорит, что даже появились любимые места – Советская, Брестская крепость. Правда, из-за сложного и насыщенного графика ему не так часто удается найти свободную минуту, чтобы прогуляться по осенним улицам, выпить чашечку кофе. Это бывает редко. Все мысли только о гандболе. Оно и понятно – бесконечные тренировки, напряженные игры, детальное изучение соперников. О гандболе, кажется, испанец знает практически все и говорить о нем может бесконечно. Для меня Брест – это отличное место для развития. Для меня БГК – это отличный клуб, чтобы стать лучше. Замечательно чувствую себя в Бресте, разделяя стремление Александра Мешкова и его цель, которую он ставит перед командой – победа в Лиге чемпионов. Мне комфортно работать с Павлом Башкиным, который отлично знает испанский язык и всегда может мне помочь. Мне приятно работать в городе, где любят гандбол. Здесь замечательные болельщики, которые разбираются в гандболе. У меня отличные условия, и я всем доволен. С приходом испанского специалиста немного изменился состав БГК и стиль игры команды. Прежде всего, улучшилась игра в защите и увеличилась скорость атак. Модные новинки в современном гандболе. Маноло знает, как быть в топе мирового ручного мяча. Работал в Барселоне и в сборной Испании, а со сборной Аргентины выиграл панамериканские игры. Говоря о мешковцах, испанец тактично отдает должное Сергею Бибешко, но всех карт не раскрывает. Человек дела не любит пустые слова. При этом тихонько добавляет: мы только в начале пути. Считаю, что самый главный фактор – развиваться и расти от матча к матчу. Это должен понимать каждый игрок. Что касается моего стиля работы, то для меня очень важно знать команду, ее историю, знать и понимать каждого игрока. Индивидуальный подход – в этом и есть секрет моей работы. По большому счету, я требовательный тренер. Считаю, что тренер должен быть таковым, чтобы детально донести свои мысли до команды. А ведь когда-то он даже и не думал, что станет гандбольным тренером, что будет выступать со своей командой в Лиге чемпионов. Маленький испанский мальчишка просто любил спорт. И вот теперь гандбол – его жизнь. А тренерская карьера насчитывает уже более 30 лет. Но каждой победе Маноло радуется как ребенок и расстраивается неудачам. Победы воодушевляют. Но ты понимаешь, это уже свершилось. Какое-то время радуешься. Но далее идет следующий матч, в котором тебе нужно побеждать. Возможно, он будет гораздо сложнее. Поэтому ты быстро забываешь прошедшую игру и начинаешь готовиться к следующей. Что касается поражений, то они неизбежны. Это спорт. Сегодня ты выиграл, а завтра ты проиграл. С этим нужно как можно быстрее смириться, понять причины, разобраться и идти дальше. Вот так, шаг за шагом, он создает свою историю успеха. Историю со своими временами года. А рядом она, любимая жена Кармен. Ее пока и не хватает Маноло в Бресте. Пока. Вскоре, говорит тренер, все изменится. Кармен мне очень помогает, и мне ее не хватает здесь. Надеюсь, что вскоре она приедет сюда и будет рядом со мной. Мне это очень важно. Ей не нужно будет говорить что-то особенное. Мы жили до этого в Польше, там все было очень похоже на Брест. Здесь у меня все замечательно, есть все, что нужно для жизни. Уверен, что когда она приедет сюда, мы будем счастливы вдвоем и будем наслаждаться временем вместе. Наверное, в этом заключается простое человеческое счастье – любить и быть любимым. Любимым мужем, любимым тренером. В чемпионате Беларуси по гандболу накануне болельщики увидели первую серию белорусского гандбольного классика. Минский СКА принимал БГК. В дополнительном описании данная афиша не нуждается. Игроки в итоге не разочаровали публику, подарив зрителям яркий и атакующий гандбол. Судьба поединка решилась за считанные секунды. Юрий Нок забросил решающий мяч. 33-32. Тяжелейшая победа БГК. В чемпионате Беларуси по гандболу в лидеры по набранным баллам вырвался столичный СКА. Но у армейцев сразу на два проведенных матча больше, нежели у БГК. Таким образом, по потерянным брещане явные лидеры турнира.
Относительно неплохо выступает БГК в Сеха Газпромлиге. После троекратного ура видеоуверенных побед мешковцы немного снизили скорость и потерпели два поражения. Последнее от румынской Стяо 33-42. Впрочем, пока БГК в таблице четвертый. Также белорусский клуб не отказывается от декларированных на сезон задач дать дорогу молодым именно в Сехе. В таблице Сеха Газпромлиги БГК баражирует на грани зоны финала четырех. Спасительную четвертую позицию белорусы делят с румынской Стяуа. До второго места всего 3 балла. В следующих выпусках проекта «Лига гандбола» подробнее поговорим на эту тему. Пока же насладимся лучшими главами мешковцев на старте сезона. Топ-5 мячей вашему вниманию. Открывает наш хит-парад гол Александра Шкуринского. Ворота не кого-нибудь, а целого победителя минувшей Лиги чемпионов французского Монпелье. Еще раз благодарим команду за игру, а Шкуринского за смелость на последних секундах напряженного поединка. Четвертое место за филигранной подкруткой Дарка Джукича, ворота немецкого Райан Левина. Правый угловой за короткий промежуток времени уже не раз радовал белорусскую публику эффектными действиями. Мастерское исполнение удалось и в сложном матче в Германии. Бронзу с большим удовольствием отдаем Максу Баранову. Правый угловой БГК много забрасывает в Сеха Газпромлиге. Очередная классная комбинация с идеальным завершением. Подбираемся к золоту, в деталях рассматривая серебро. Сандра Абранович знатно потрепал шведские нервы, регулярно огорчая Кристиан Стад дальними выстрелами. Очередной убойный бросок с 9 метров тянет на высокое место в нашем хит-параде. И, наконец, первое место, что называется за явным преимуществом. Образцово-показательная комбинация белорусской дружины в Швеции достойна уже сегодня войти во все мировые гандбольные пособия. Жирная точка в полете вновь за Александром Шкуринским. И теперь о будущем. Ведь дети – это и есть наше будущее. Сентябрь стал знаковым для 1500 белорусских ребят. В Жлобине взял старт новый розыгрыш турнира «Зубр Кап». В третьем сезоне заявочные листы радовали глаз. 69 команд со всей республики. Отныне на карте Беларуси легче найти города, где не живут участники Кубка Зубра. Познается в сравнении. В минувшем сезоне кубок оспаривали 44 команды. Порядка 600 детей были вовлечены в гандбольную зарубу. Нынешний год вау-эмоции вызывает уже на старте. 69 коллективов, порядка 1500 юных участников, готовых биться до конца на спортплощадках Витебска и Лиды, Пинска и Бобруйска, Глузка и Горок. Отныне и эти города играют в гандбол. Зубр Кап – это очень клевое соревнование, очень клевая вот атмосфера в этих соревнованиях. Мероприятие незатратное для участников, ведь организаторы лиги, созданные под патронажем БГК имени Мешкова, оплачивают львиную долю расходов. Участники лишь самостоятельно добираются к месту очередных баталий. Стартовый турнир, к слову, принимал Жлобин. Хозяева хоть и старались, но ничего не сумели поделать с юными гомельскими кудесниками ручного мяча. Впрочем, в стартовом туре не нашлось ни единой команды, которая могла что бы то ни было противопоставить гомельчанам. 4 победы в 4 матчах. Участвуем в «Зубре» уже второй год этой командой. В том году, по 2002 году, мы заявлялись с ребятами на год младше. В этом году нам посчастливилось, что именно наш возраст, 2003 год рождения. Посмотрим, насколько они сыграют. Конкуренция, конечно, любой. Слабая команда на уровне, сильнее команда. В любом случае играть будем. Для нас важно и
И тоже в том числе честь, что наша команда впервые, можно сказать, принимает участие. Команда Центра Олимпийского резерва принимает участие в этой республиканской лиге. Детский турнир, взрослые подходы к его организации, экскурсии для участников, спортивные летние лагеря под эгидой соревнований, а также, и это новинка сезона, призы лучшим бомбардирам каждого тура. Открытие турнира прошло на ура. Чирлидерши, развлекательная программа. В общем, все как на больших площадках. И самое главное, ни один юный гандболист не уйдет от взгляда суровой статистики. На каждого игрока уже заведен профайл, в котором отображаются все полезные и не очень действия на площадке. Именно для детского гандбола это значимое соревнование как в развитии гандбола в принципе по стране. Зубр Кап – это больше, чем гандбол. Это уже определенное социальное явление, прирастающее почитателями с каждым днем. И самое главное, что в его развитии организаторы не собираются останавливаться. Кажется, так команду в белорусском спорте еще никто не представлял. В презентационном видео обновленного состава БГК имени Мешкова приняли участие болельщики команды, известные жители города и даже дети гандболистов. Наслаждаемся красотой и прощаемся совсем ненадолго. Н1, эпизод 15. Сейчас узнаем состав БГК сезона 2018-2019. Поехали! БГК! Капитан команды Сергей Шилори. Наша гостья! Вис Рутенко! Наша крепость Иван Пешич! Виталий Черепенко! Катерина, соберись, о чем ты думаешь? Петер Джорджич. Артем Кулак. Горячий вкусный сезон. Андрей Юринок. Александр Шкуринский. К новым вершинам! Это новый сезон! Да! Сбивается! Владимир Корсак! Андрей Ященко! Иван Мацкевич! Сила, характер, техника. Випотека. Вячеслав Шувак! Шиме! Добро пожаловать в семью! Артем! Максим Бахланов! БГК! БГК! Никита Лощаков! Павел Дорофеев! Егор Будейко! Валентин Куран! И, конечно, наши крутые новички! Тарка, Шукич и Сандра Абранович! По полям, по полям, Павел Горок едет к нам. Александр Бачко! И, конечно, главный тренер Манола Каденас. Новый сезон, новая команда. БГК, он чемпион!